Портал FB.ru расскажет про Кончиту Вурст. Сейчас ее не узнать. Из эпатажной певицы в платье в брутального шейха. Кончита Вурст, реальное имя которой Том Нойверт, стала победителем конкурса песни Евровидения 2014 года. Бородатая леди была культовой внешностью Тома. Но с тех пор, как его видели в этом образе в последний раз, прошло весьма много времени. В новом интервью для голландского телешоу Том затронул эту тему и признался, что ему не хватает обуви. Предлагаем вам познакомиться с новыми фото знаменитости в этом видео. Официально Кончита Вурст не умерла, тем не менее, она определенно не рядом. Том – человек, который создал победителя Евровидения 2014, рассказал об этом во время интервью для голландского телешоу. «Понятия не имею, где она. Там не хватает какой-то обуви», – сказал Том, когда его спросили, где Кончита. Фактически, прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз видели Кончиту. Но на конкурсе песни «Евровидение 2019» в Тель-Авиве она участвовала в интервальном шоу. Взглянув на новостную ленту победителя Евровидения в Инстаграм, можно с уверенностью сказать, что последний раз Кончиту можно было увидеть в апреле. После, во время выступления «Hit Me» в 2019 году, появился Том. Теперь он похож на брутального шейха. Объясняя свой новый внешний вид, парень признался: «Мне было просто скучно. Мне стало так скучно, я застрял в этой диве, Селин Дион. Я всегда хотел быть Селин Дион. А потом, вы знаете, приедается. Готово. А вам нравится новый образ Тома? Пишите ответы в комментарии». Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.